Путинская судебная система приравняла отказ граждан РФ от турпоездки в Крым к экстремизму. Российское общество защиты прав потребителей получило решение Замоскворецкого районного суда по делу об обжаловании и блокировке своего сайта Роскомнадзором после публикации памятки потребителям, направляющимся в Крым. Суд счел, что, опубликовав у себя на сайте памятку, содержащую юридический анализ правового статуса полуострова, административного и уголовного законодательства Украины, и дав советы и рекомендации посетителям сайта учесть все вытекающие из данной ситуации риски, Общество защиты прав потребителей публично призвало к осуществлению экстремистской деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ, которая заключается в добровольном отказе от поездки в Крым, приобретения там недвижимости или сложной бытовой техники, произведенной компаниями, свернувшими деятельность после введения санкций. В связи с данной правовой позицией Генеральной прокуратуры, подтвержденной судом, Общество защиты прав потребителей обратилось к Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой в рамках деятельности надзорного ведомства по предотвращению преступлений экстремистской направленности дать разъяснение уголовно-правовых последствий преступного отказа гражданина от поездки в Крым. В поданном обращении Общество защиты прав потребителей, в частности, спрашивается, будут ли освобождены от уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской направленности граждане, которые отказались от поездки по состоянию здоровья, является ли смягчающим вину обстоятельствам тяжелое материальное положение несостоявшегося туриста, не позволяющие ему приобрести путевку, в какой форме и кем выдается справка о посещении Крыма, чтобы она являлась подтверждением отсутствия преступного бездействия со стороны законопослушного гражданина. После получения ответа надзорного ведомства, Общество защиты прав потребителей доведет разъяснение Генеральной прокуратуры до потребителей-экстремистов, не поехавших в Крым, на своем заблокированном сайте. Председатель Общества защиты прав потребителей в своем обращении к генпрокурору заявил, что если решение Замоскворецкого суда не будет пересмотрено и признано абсурдным, то придется обратиться в Европейский суд по правам человека, так как российская судебная система штампует незаконные и необоснованные решения по всем делам, где имеется политический контекст. Тем же здравомыслящим гражданам РФ, которых вынуждают отдыхать в Крыму, советуем трижды подумать перед отказом от такой поездки. Нежелание приобщиться к крымнашизму может закончиться статьей за экстремизм. Излишне говорить, какие тяжелые, необратимые последствия может иметь распространение экстремистских идей для нашей многонациональной страны. Поэтому мы должны последовательно, глубоко и настойчиво заниматься профилактикой экстремизма. Искоренять даже предпосылки для его проявления. Своевременно выявлять причины, способные спровоцировать конфликты на национальной, социальной или религиозной почве. При этом понимание гражданами всей полноты опасности экстремизма – это гарантия эффективности мер, которые предпринимаются властью.